В Индии на протяжении последних 5 дней цифры зараженных бьют антирекорды. В понедельник были выявлены почти 353 тысячи новых инфицированных. Больницы просят подаяние кислородными баллонами, аппаратами для ВЛ. Об этом заявил представитель столичного стационара Сир Гангарам. У нас серьезная нехватка расходных материалов для аппаратов по поддержанию дыхания. Нам требуется 700 метрических тонн кислорода ежедневно, а получаем мы 480 тонн. ЕС, Германия, США, Великобритания намерены в срочном порядке снабдить Индию с ее более чем 1 300 000 000 жителей необходимым медицинским оборудованием для ухода за пациентами с COVID-19. Мы максимально быстро задействуем общеевропейский механизм защиты гражданского населения. Мы поддерживаем народ Индии, выражая ему солидарность, заявила председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен. Сингапур также отправляет запасы кислорода в индийские больницы и наборы для ПЦР-тестов. Из Великобритании уже вылетел грузовой самолет, в его карго аппаратура для реанимационных отделений и средства ухода за больными. Согласно официальной статистике, в Индии с начала пандемии вирусом заразились почти 17,5 миллионов человек. От COVID-19 умерли более 195 тысяч пациентов. А прирост летальных исходов в среднем составляет 2500 ежедневно.